Ну, собственно, меня в комментариях попросили сыграть Dragonflight. Давно я в него не играл. Да и когда в него играл, у меня плохо довольно получалось. И именно момент прокачки. Если был какой-то человек, который знал, как правильно пробегать места, все получалось замечательно. А когда вот в разнобой как-то или там 3-1 ходили, ничего не получалось. Драгонвальд я с прошлого года не играл. Поэтому посмотрим, что получится. Блин, принц бы загрузился. Потому что тут у них еще и ведьмак. Гром у меня разумный, поэтому тут паки фигачить самое оно шариком. Ну, принц, пожалуйста, загрузись. Ай-яй-яй-яй-яй. О, аллилуйя. Ну вот у них 19-я нага, у нас первая нага. И фиолетовый уже. Я надеюсь на него. Вот. Вот человек знает, как играть. С банками. Так я никогда еще не играл. Хотя, в принципе, логика в этом есть. Ну, принц, давай уже догрузись. И будем начинать. Интересно было бы дедушкой сходить на... Так, куда вместе? Молния, сверкай! Поджарю! От грозы не уйдешь! Безусловно! Ну давай, Нак, показывай мастерство. А я их и бью. Ты думаешь, что в этом я не набираюсь, что ли? Да ты сныкался-то. Лечу! От грозы не уйдешь. Вот так. Рассказывает мне, что делать. Ну, в принципе, благодарю. Прекрасно. За подсказки. Хотя я и так прекрасно знаю, что, собственно, делать надо. В любом случае, до этого момента. Безусловно! Молния, сверкай! Смертельно! Так. Союзник сбежал. У-у-у. Хорошо!
Тут ты. Ну, от грозы не уйдешь! Получай! Молот, бей! Следуем! Молния, свергай! Вот так! Вот у Грома что хорошо, то что он вот так вот пробивает через всех сразу. Безусловно. От грозы не уйдешь. Молот! Следуй. Молния, свергай! Торжество зверя. Да, бери надо ХП. Лечу! Торжество зверя. Торжество зверя. Торжество зверя. Что происходит? Они все сдохли. Нормально. Блин, у меня какая-то покадровая анимация вообще происходит. Получай! Прекрасно! Смертельно! Следую! Да-да-да. Лечу! От грозы не уйдешь! Получай! Союзник снова в бою! Хорошо! Да. И я должен был его принимать на свои щи. Торжество зверя! Прекрасно! Так, теперь нашу вертур. Молния, свергай! Молот, бей! Сейчас с этим мы знаем, что делать. Следую! От грозы не уйдешь! Прекрасно! Молния, сверкай! Хорошо! От грозы не уйдешь! Смертельно! Прекрасно! Да. Торжество зверя. Ну, что здесь? Хорошо! А эти дохнут. Так вообще, что они первый раз на самом деле играют. Торжество зверя. Прекрасно! Они, видимо, первый раз играют, да. Поджарю! Лечу! От грозы не уйдешь! Получай! Молния, сверкай! Следуй! Торжество зверя! Молот! От грозы не уйдешь! Вот так! Хорошо! Торжество зверя. Я заставлю жалеть об этом. Зараза такая. Шторм грядет.
Раскат грома! Красота! Гром греми! Молния сверкай! Следы! Лечу! От грозы не уйдешь! Получай! Молния, сверкай! Молот, бей! Удачная Безусловно! Охота. От грозы не уйдешь! Красота! Лечу! Молния, сверкай! Получай! От грозы не уйдешь! Прекрасно! Лечу! Следую! Змей Вячеслав. Главное, змей Вячеслав — это Криво. А наш змей. Молния, сверкай! Молот! Хорошо! Вот он правильно делает. Он берет хилочку и стоит на нашей земле, потому что на нашей земле отхил. Торжество! От грозы не уйдешь! Вот так! Вот они там дохнут. Следы. Ой, чуть было не стал бить. Гром греми! Лечу! Буря грянь! Просвечиваем периодически ультой. Наши драгоценные друзья. От грозы не уйдешь! Молния, сверкай! Безусловно! Молот, бей! Поджарю! Так, и... сразу. Энергию возьмем. Прекрасно! Танкуй, друг. Красота! От грозы не уйдешь! Божество сверху! Хорошо! Блин. Ну что делать теперь? Так, мне нужен разум. Безусловно! Следую! Ну, нормально, кстати, мы 20-й и 21-й, так незаметно получилось. А наши противники 17-й и 18-й. Лечу! Нифига себе. Молния, сверкай! Молот! Поджарю! Следую! От грозы не уйдешь! Разум привалил. Здоровьем.
грома! Прекрасно! Сейчас там добьет кого-то зеленого это. Ждем наших. Торжество зверя. Торжество зверя. Разрушение! Вот моя стезя! Безусловно! Разум. Безусловно. Получай. Гром гремит. Торжество зверя. От грозы не уйдешь. Нормально сейчас уровень. Следует. И те же самые интересные начинаются. То есть мы убиваем дракона. Так, убиваем сейчас убьем. Достаточно ладно. В сравнении с драконом, который в игре. И не берем лицо. Не берем. Хорошо. Следую. Ну зачем? Ну нахрена? Теперь начинается самое интересное, то есть мы безусловно снимаем их флаги, чтобы они не смогли портнуться, смотрите. Молния, сверкай! Вот так! Череда хорошо побед! Незаменимый боец! Нормально. Лечу! А зачем вы яйцо-то каждый раз берете? Это за каждое убийство? Прекрасно! Они 500 прайм получают. Вот сейчас они докачаются до нашего этого. А, тут время уже стало быстрее идти. Точно. Я совсем забыл. Безусловно! От грозы не уйдет! Молот где? Красота! Уйди в жопу! Молния сверкает!
Ты сука, а? Я вернусь. Ну, я вообще ватный, как какашка. Но мы уже выиграли. 3-2-1. Победа! И победа. Ну, собственно, вот так это и делается. Жалко, только я умер. Да и в награду ничего не дали. Ноль. Два раза умер. А куда я успел? А, да, один раз. Ну, вот такая вот игра.